Владимир Васильев встретился с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Сергеем Пузыревским. Обсуждались вопросы обеспечения эффективной реализации указа президента об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции на территории республики. Кроме того, в рамках рабочего визита в Дагестан Сергей Пузыревский провел встречу с бизнес-сообществом республики. На мероприятии были обсуждены вопросы реализации национального плана развития конкуренции. Так, по его словам, необходимо определиться с приоритетными рынками, на которых необходимо развивать конкуренцию. Каждый субъект имеет свою специфику, и из 41 приоритетного рынка регион может выбрать свои, но не менее 80% от предложенных. Результатом взаимодействия ФАС России с властями Дагестана должна стать дорожная карта с конкретными мероприятиями.